Здравствуйте, мои зрители. Я, как обычно, разложила на картах Ленорман сразу расклад, чтобы не тратить времени. Тем более, у меня информация приходит как. Я сначала раскладываю, сижу, и потом через каналы у меня начинается идти информация на данный вопрос. Поэтому я как бы не раскладываю в прямом эфире. Я еще как-то так вот не могу сразу аккумулировать информацию и вам рассказывать. Поэтому, может быть, кому-то скажет, что почему я не раскладываю в прямом эфире. Вот. Ну, по крайней мере, эту информацию, в принципе, можно будет потом проверить. Вот такой мой ответ. Вот я сделала расклад по поводу того, что посадит ли Порошенко нашего президента Украины во время правления Зеленского, заведут ли на него судебное дело, вот, то есть вот связано осудить с его действиями. Вот. Получается, что вышел расклад о том, что, в принципе, судебное-то дело будет заведено, но дерево это получается, у него очень плохое здоровье, у Порошенко очень плохое здоровье. Вот, и мы будем удивлены сюрпризом. Это нехорошо говорить, но будет какой-то такой сюрприз именно из-за его здоровья. Здоровье его так подкосит, очень сильно подкосит. То есть и закончатся все эти судебные разбирательства. Ну вот я не буду вам называть. То есть вы сами видите, что это обозначает. Карта гроб. Понимаете? Пусть люди живут, конечно, я считаю, что пусть люди живут дольше. Каждый должен отвечать за свои поступки. Вот. Но вот видите, получается, что во время разбирательства в суде, поданное иск на Порошенко, то у него произойдут проблемы со здоровьем. Очень сильно подкосит его это все, и вот закончится вот чем. Понимаете? Вот таким и предсказанием по поводу Порошенко. До свидания.